еще и исполняем. И сейчас я вам сыграю балладу о безусловном вреде рыцарства. Ну вот такая, такой вот получился сюжет. Замуж за рыцаря, рыцари в общем скверный народ. Должно любить им одну по традиции, только на деле все наоборот. Сохнут по первой, второй поклоняются, с третьей в обнимку проснутся с утра. А министрели потом надрываются, люд не губя у ночного костра. А министрели потом надрываются, люд не губя у ночного костра. Рыцари все, как один, не бездельники, злато и камешка полон подвал. Если б Господь считал добрыми деньги, он бы богатым их не давал. Рыцарь не знает о жизни на днище, каждый хоть где-то чего-то достиг. Лучше сыщи себе где-нибудь нищего, будете вместе духовно расти. Лучше сыщи себе где-нибудь нищего, будете вместе духовно расти. Рыцари в пятницу, а на субботу записан дракон. Лучше уж я бери, дева, пьяницу, плавно по жизни движется он. Как мне с утра не сказав до свидания, рыцари ринутся делать дела. Пьяница всяко получше создание, где положила, там забрала. Пьяница всяко получше создание, где уронила, там и нашла. Все как один, они сэры и пэры, слава не вязкая, словно халва. Все как один, для народа примеры, так говорит о них часто молва. Клятвы держатся или обета, высокомерия в себе не таят. Лучше в мужья бери дело поэта, пусть и скотина, но все же своя. Лучше в мужья бери дело поэта, пусть и скотина, но все же своя. Выскочишь замуж за рыцаря, не сомневайся, иди за меня. Если не выскочишь замуж за рыцаря, то даже не думай, иди за меня. Ну что же ты смотришь, иди за меня. Свеженькая запись вышла с проектом Mayday. Чуть-чуть можно мне гитарку прибавить сразу? Вот. Сейчас постараюсь вам ее изобразить. Парафиновой пленкой покрыто небо. Ты видишь солнце, набежало пятно на волну морскую. Ты ловишь рыбу, отыскать незадёшево счастье, где бы. А ты смеешься там, где я грущу, где я тоскую. Ты бы, ты бы. Обжигает пламя любую кожу, тебя целует, у меня земля из-под ног уходит, тебе подставляет глыбы. Ты, по-моему, вообще ни на что не похожа. Все так красиво.
слобода. В глухой таможне я считаю ни минуты, ни года, что мне осталось. Потому что каждый здесь знает способ любить по фото. Потому что приходит внезапно, но накрывает веска. Эту песню вообще пою даже не я, а где-то кто-то. А когда закончат в тишине, оборвется леска. Приглашаю сюда, не могу не сказать этого, героя молодежного жюри, Алексея Панасовского, лидера группы «Ну так чё», который очень любит выступать в собственном мерче, тем самым его рекламируя. Алексей Панасовский, город Москва.